Что у нас тут кушаешь с аппетитом? Смотрите, как ему нормально, как ему вкусненько. В общем, сразу начал кушать нашу еду, наш корм, что мы делаем для котиков. И все, скажи, да, глазки немножко плывут. Ну, у него выходит, видимо, что-то. Да, ну, уже чистенькие почти. Красавчик какой. Поел и пошел гулять. Уже никого не боится. Немножко пошикались тут друг на друга, ну, уже почти привыкли. В туалет пойдет. Нет? Такой прикольный. В общем, над кличкой мы еще думаем. Люцифер нет, мы решили не будем его так называть. Потому что Люцифер же это дьявол. Мы решили не будем. Кисунька. Очень игривый котик, очень игривый. Прикольно. В туалет хорошо ходит. Первые 1-2 дня мы за ним ходили, я его носила, подлавливала, и все, теперь сам ходит. Так что все прекрасно. Вот так вот, футболист. Ого, сколько ты ему дал? О, вот этот хорошо катается. Играется котик. С кубиком, да? Прикольно? Ох ты, сколько ему много, да, молодец. Вот так вот, скажи, куча игрушек для котика у нас есть, да? Ой, как он играет. На него не надо бросать, просто вот так. Угу. Ну, в общем, детишкам тоже интересно. Пакетиком. Смотри, с пакетиком играет. Смотри, смотри. С пакетиком. Вау, сколько много. Вот этот лучше всего катится, как мячик. Да? Футболист. Футболист у нас котик, да? Да. Футболист. Ай, футболист какой. Да, эти плохо катаются. Вот тот лучше всего катается, да? Ай, футболист. Ну, выпусти, выпусти котенка, выпусти, пойдет гулять. Все, убежал. Под шкаф. Смотри, чтобы его выманить, надо вот так сделать. Смотри. На. Иди в комнату, там светло. Скорей. С веревкой будет играться. Надо будет побольше веревочек. Проходи дальше. Проходи, проходи. Тёма, на большую веревочку. На. Это маленькая очень. Смотри, как он прыгает классно, да? Тёма. Что? Ищешь? Где веревка? Тёмочка, ну дай ему веревочку.